young, we were good, we were free. No one to tell us how our love should be. It was the curse of your lies you denied, and now it's raining on me. Итак, еще раз добрый день, дорогие друзья. Soul Life FM представляет радиошоу Break the Silence и ее несменных ведущих диджей Алексея Смоловского и Соня Айс. Итак, я хочу вам представить сегодняшнего нашего гостя Андрей Макси Грув. Прямо с трапа самолета он пришел к нам в студию, чтобы порадовать вас своими треками. Итак, наслаждаемся, дорогие друзья. В процессе мы еще с ним пообщаемся. Listen to my
around, don't be on top. Stop the sound like sumo clock. Just be happy, step back. We got it locked. Mess around, don't be on top. Stop the sound like sumo clock. Just be happy, step back. We got it locked. Mess around, don't be on top. Stop the sound like sumo clock. Just be happy, step back. We got it locked. Mess around, gon' be on top. Stop the foul like Primo Clock. Guess we have some setbacks. Can you help me? Game time, better come correct. Game playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Can you help me? If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then
Дорогие друзья, Break the Silence, Radio Soul Live, Соня Айс, ее ведущие. В гостях у нас Эндрю Макси Грув. Андрюш, здравствуй. Расскажи нам, пожалуйста, о своих проектах сейчас. Что и как, где, и куда тебя приглашают, где ты играешь. Нам все интересно, рассказывай. Я играю как диджей, соответственно, я еще участник проекта Макси Грув. Вот этот трек, он записан нами, это ремейк известного всем хита What the Fuck, в нашей современной обработке 2014 года. Очень крутая обработка. Вот, спасибо. Гастролируем, ездим по России и странам СНГ. До Европы еще пока не добрались, но планы есть. Вот. Но хочется, да, Европу тоже. Конечно, хочется. Слушай, ты очень талантливый мальчик, а вот ты где-то играешь, где-то можно послушать ближайшие выходные или, может быть, сегодня в Пурпуре играю. Пурпур Клаб. Пурпур Айбар, да, это крутой автопати у нас считается, прям такое. Вот, с 6 до 8 сегодня буду радовать народ. А так, выступаю во многих заведениях России, в Будда-баре играю периодически. Раньше играл в Версале постоянно, всем известно. Но, к сожалению, сейчас уже закрылся. Вот, а так... Конечно, в основном это гастроли с моим проектом Макси Грув, поскольку... А расскажи, в проекте ты один? Нас двое, я и мой партнер, это Никита, он играет на саксофоне, у нас... Мы пишем авторскую музыку, а также... У нас есть некий элемент лайв-шоу во время выступления, на саксофон, перкуссия, диджей-сет, соответственно, работа с публикой в качестве MC, это ведем. Да, мы сейчас видим, как ты работаешь с публикой, нереально. Тут мне подсказывают вопрос тебе, знаешь, задать твои фанаты. А как ты отдыхаешь? У тебя есть отдых, отпуск, куда ты уезжаешь? Как ты себе позволяешь поехать позагорать на солнышке? Я смотрю, ты загорелась, это прям приятно. А я вот на Азовском море недавно был. Отдыхал, ездил в кайтсерф лагерь. Я понимаю, что пора сводить трек, поэтому мы... Да я могу и сводить, и отвечать. Без ушей, без флешки, да, мы уже слышим. Все, попозже тебе вернемся, спасибо. Без проблем, большое. Без все. Проблем. Break the silence, soul life presentation. Эндрю Макси Грув.
Thank you.
I'm talking about.
exist where I see. I give you what you need. If you know what I'm talking about. See, I give you what you need. Радиошоу Break the Silence. С вами диджей Алексей Смоловский и наш гость, напоминаю, Эндрю Макс Групп. Крутяк вообще, супер сет, вообще музыка великолепная. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, рад радовать радиослушателей. Так, ну как-то я прочитал в каком-то твоем произведении, ты начитал на ударной установке, да, насколько я помню? На перкуссии, да, я играю, до сих пор играю на бонгах, на джембе, это вот название перкуссионных инструментов. Вот, соответственно, до сих пор использую в нашем лайв-шоу, вот, которое, скажем так, гастролирует по России. Здорово. Очень много где ты играл, мы с тобой даже раньше пересекались на было площадках. Было дело, не раз, да, и не два, раз, и не, и два. Не три даже. Вот. У тебя были проекты такие, как Театр теней, ты как-то выступал даже продюсером. Вот. А сейчас у тебя проект Макс Грув. Макси Грув, да, извините, Макси Грув. Вот. Почему, вот, как ты на него вышел?
Ну, на самом деле все очень просто. Я давно экспериментировал с живым звучанием во время клубных сетов. Да, и как-то я познакомился вот со своим нынешним партнером по коллективу, это Никита, да, его зовут. Он саксофонист, у него высшее образование, Гнесинское. Гнесинский университет он закончил, музыкальный. Вот, и, соответственно, стали пробовать выступать вместе, подавал какие-то определенные плоды, потом стали писать какие-то треки, музыку. И в результате какой-то творческий такой союз произошел, и мы решили воплотить это все в проект Maxi Groove. Соответственно, сейчас он существует, мы ездим, выступаем, пишем авторские треки, ремиксы, как бы, и вот так, в общем, такая вот история была. Замечательно, да, ну, понятно из того, что ты сказал, то, что не дилетанты, вот, собрались два творческих человека. Совершенно точно. Вот, когда новые релизы, вот, что там, диски, вот, ждать, когда это, что сейчас в проекте у тебя есть? Сейчас мы, у нас выходит на днях трек с... Такой он радийный больше трек, более коммерческий, с финалистом проекта «Голос» Кристиан Костов. Это наш второй уже трек с этим исполнителем. Соответственно, можно будет купить в iTunes, а также всех остальных цифровых магазинах мира. Вот. И буквально, ну, на днях, я думаю, это в течение там недели будет. Сейчас подписали договор на этой неделе на выпуск у лейбла. Болванках будет это? Ну, если будет, то будет выпускаться не отдельно, а уже каким-то альбомом, то есть компиляцией. И пока я не могу сказать, что это будет в ближайшее время, потому что надо... Один трек не хочется выпускать, хочется все как-то, чтобы это было, ну, альбом или что-то типа того. Понятно, чтобы это было целиковое творение уже, да? От и до, да. Где ты хочешь рассказать свои мысли, как и любой другой профессиональный, да, диджей. Ну, решили пробовать с какими-то известными медийными людьми. И к тому же у человека очень хороший голос, и получается более-менее, посмотрим, что, как слушатели примут. Все равно зависит. Как примет публика. А сейчас я свожу наш ремейк, наш авторский ремейк на очень известный трек. Отлично, спасибо, Андрей. Сейчас представлю. Этот трек называется Maxi Groove Полицай, official ремейк на известного в 90-х годах артиста под названием Модо. И сейчас вы узнаете припев. Итак, напоминаю, шоу Break the Silence на Soul Life FM. С вами диджей Алексей Смоловский, Соня Айс и Андрю Maxi Groove. Полицай, 3, 4, Brigadier, 5, 6, alte Gang, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier, 5, 6, alte Gang, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier, 5, 6, alte Gang, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier, 5, 6, alte Gang.
2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8. Alle zusammen! Can y'all really? Can y'all really? Can y'all?
chasing the pump pump. Live fast, die young. Always chasing the pump pump. Live fast, die young. Always chasing the pump pump. I find it hard, man, in this day and age. Пожалуйста. Нам рад. Очень понравилось. Приходи к нам еще. Обязательно. Дорогие друзья, с вами был Break the Silence, Radio Soul Life. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Don't swallow no bullshit, no. Don't swallow no bullshit, ho.